Вот я приобрел этот Зубр 2. Ну, во-первых, там не было инструкции по установке ножей. И первое, что сделала, срезала вот эти вот крепления болтов. Вот этот фланец, который на моторе круглый, срезала к чертям болты. Ну, потом я дождался-таки этой запчасти, собрал, в надежде, что мелкая сетка выдаст мне хороший помол до муки. Однако, вот видите, что она выдает. К сожалению, это какая-то сечка. Во-вторых, вот это из этого места стреляет просто по-черному. Вот отсюда здесь такая щелка. Я уже замотал. Вот из этой щели. Вот у меня налетело сколько. Не в резкости, вот она эта сечка. Стреляет и прибольно еще. Помол. Сейчас посмотрим. Общий помол. Но тут темно. Сейчас я достану. Есть и мука, конечно. Есть, но это сверху. Вот мука, а там, в принципе, пролетело. Есть мука, есть. Но я вам скажу, что вот сей агрегат, который у меня до этого работал, не намного хуже. Он дешевле намного. Работает и быстрее, кстати. То есть он поглощает гораздо больше зерна. К тому же я сделал бункер. Ну, как сделал, просто временно взял коробку. Вот обычная коробка. Я уже ее приготовил на выброс. Вот коробка, прорезал быстренько. И как раз вот мне нужное количество я засыпаю, ставлю прямо сверху. И он меня перерабатывал. В отличие от этого, тут бункер очень маленький. И поглощение даже при полном открытии вот этой задвижки, при полном открытии окошка, идет гораздо меньше зерна. То есть производительность, правда, я на самой мелкой делал, но опять же повторюсь, я бы пользовался этой же до сих пор, но кто-то мне в зерно болт положил, и там разнесло все к чертям собачьим, всю эту корзинку по измельчению. Она там приваренная какая-то, ну, в общем, дешевая штучка, разлетелась вся. Хорошо не разлетелось все мне в лицо. Этот тоже цеплялся. Вот мешок пришлось повесить, но все равно пылит во все щели. Из всех щелей. Вот я один раз вот 30 килограмм грехом пополам уже недоизмельченный на том предыдущем сломанном перемолол. Ну да, там уже было перемолото, поэтому муки очень трудно как бы сейчас вычленить то, что было до того, и то, что было конкретно на этом. Ну вот опять же повторюсь, очень много крупных зерен. Может быть, для куриц это хорошо, а для нашего дела, для затора это крупновато. Крупновато. То есть муки как таковой полностью не получается. Не надейтесь. Как этот агрегат будет... Ну вот пришлось еще привязать, потому что отсюда тоже начинает вот из этого места подачи для овощей. Опять же, еще до овощей дело не дошло. Многие уже пытались. Тоже видел я видео много на Ютубе, как яблоки измельчают. Ну, не знаю, еще до яблок как до луны, потому что, видите, кругом снег. Ну, дождемся яблок, проверим. Но, к сожалению, чудо, вот опять же повторюсь, по поводу измельчения в муку не произошло. Вот она, крупа. Повсеместно. Причем это не из бункера, а именно вот из всех щелей дует.